Дорогие подписчики, мы рады приветствовать вас на канале Style News. Перед просмотром жмите на колокольчик и подписывайтесь. Приятного просмотра. В Россию не ногой. Дочь Заворотнюк попрощалась с матерью навсегда. Тратить жизнь на уход за мамой Анна могла сбежать от такой перспективы. Анна Заворотнюк сейчас находится в Италии на отдыхе. Девушка запостила у себя в Instagram фото с подписью «Чао», что означает «Чао», то есть «пока» или «привет» в зависимости от ситуации. Кажется, так она попрощалась со своими фанатами и подписчиками ее Instagram и не собирается больше возвращаться в Россию. Анна могла принять окончательное решение и не собирается больше тратить свою жизнь на уход за тяжело больной Анастасией Заворотнюк. Неужели дочь Насти попрощалась с матерью навсегда? Анну часто критиковали за то, что она недостаточно много времени проводит с матерью. Девушка не сильно показывала свое горе в Instagram, часто ездила за границу и ходила по ресторанам. Но сейчас она, видимо, приняла окончательное решение. Тратить жизнь на уход за мамой Анна могла сбежать от такой перспективы. Как пишут, в Италии она находится не одна, а с актером фильма «Холоп» Милошом Биковичем. В Россию теперь не ногой, девушка может переехать вместе со своим новым кавалером на его родину, в Сербию. Многие родственники Анастасии решили от нее сбежать. Кроме предательницы дочки, еще и муж Насти Петр Чернышов. Пишет, что он предпочитает проводить время со своей коллегой Татьяной Навкой, а не у постели больной Анастасии. Но вполне возможно, что побег дочки значит и то, что Настя идет на выздоровление и угрозы для жизни нет. В таком случае ее дети и родственники могут спокойно отдыхать и уже не переживать за то, что во время их отъезда с Анастасией может что-то произойти. Благодарим вас за просмотр. Ставьте лайк и не забывайте подписаться, чтобы не пропустить самые свежие новости. До встречи!